В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуально-предпринимательской инициативы, где начинающие субъекты малого и среднего бизнеса имеют возможность получить субсидию на открытие собственного дела, в Невельском районе стали открываться новые торговые точки и места отдыха. Новое кафе, внешне оформленное в гангстерском стиле под названием «Синдикат», распахнуло свои двери для своих посетителей. В уютном кафе 29 посадочных мест. Персонал предлагает своим посетителям отведать европейскую кухню. Несмотря на то, что «Синдикат» не так давно открылся, у него уже появились свои постоянные клиенты. Теперь у невельчан появилась еще одна возможность удачно отметить любое, даже самое ответственное событие. Напомним, что администрация Невельского городского округа ведется большая работа по поддержке в предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства. Валерия Телешкан, Евгений Романенко, Невельские новости.